Всем привет, народ! Значит, как приручить кошку к туалету? Использую вот такой вот лоток, песок набираю, так как это дешевле. Можно не песок, а дополнительные такие смеси тоже использовать, но я песок. Ставлю вот так лоток, зову кота. Мира. Вот у меня кошка. И даю ей нюхать песок. Это на песок. И уже потом решает, ходить ли или нет. Кошке нужно еще дать показать, чтобы она ходила здесь в одно место, потому что у меня по квартире ламинат. Не очень бы хотелось, чтобы она где-то ходила на ламинат. Показывайте, если она сходила в туалет за лотком, тыкайте ее носом, чтобы она больше так не поступала. Ну и каждый раз садите ее, конечно же, в этот песок, чтобы дать понять, что вот это ее туалет. Вы видите, я разместил этот также лоток в туалете у себя, для того, чтобы куда ходим мы, чтобы ходила кошка. Не нужно ставить там в других комнатах этот лоток, а просто ставить его в туалет. Так как запах туалета, кошка осознает, что здесь туалет, и будет ходить в дальнейшем только здесь, а не где-либо. Вот такой вот видосик, надеюсь, вам он понравился. Вы поняли, как мои советы вам помогут в том, чтобы приучить кота ходить именно туда, где вы подготовили ему туалет.